У вас на коленках телефончик лежит же? Да. Ну вот представьте себе, что вы его потеряли. У вас паника начнется? Ну привык, да, привыкаем. Нет, это не привыкание, это замещение. Интернет сломал психологическую основу человеческого общества. Все могут контактировать со всеми. На каждого человека рухнула куча информации для того, чтобы просто выжить. Он должен успевать все это как-то обрабатывать и ориентироваться. Без этого человек уже не конкурентен. Поэтому фактически вот ваш мобильничек – это часть вашего мозга, которая вынесена наружу. То есть вы отдали ему функцию запоминания телефонов, контактов, энциклопедических каких-то там поисков. Это не игра, это изменение, это очень серьезное изменение вообще в принципе существования, образа жизни человека.